что бывают очень симметричные валюты. Ну, в качестве примера я нарисую так. Вы представляете себе, что такая разница? Это та молекула, которая в задании его встречает. Эта молекула имеет симметрию тетраэдра. Это значит, что объясню, что такое ДД. Вот здесь через С и H вот здесь проходит ось С3. Ось третьего порядка. Можно повернуть на 120 градусов, 240 градусов. Молекула перейдет в себя. Кроме этого, есть еще ось второго порядка, который соединяет середины противоположных ребер. Вместе эти вещи порождают группу вращения спиратора Т. Но в этой группе еще есть одна середина. Есть еще вот через эти три атома проходящая плоскость. Это плоскость, зеркальная плоскость. Если посреди тетраэдра через ребро и высоту противолежащего треугольника провести плоскость, то в этой плоскости в зеркале можно тетраэдр отразить, он тоже перейдет сам в себя. Вот ТД – это полная группа тетраэдра. Она группа симметрии вот этой молекулы. Вопрос, кто-нибудь позволяет ли вот наличие такой группы, что-нибудь вычислить такое важное в этой самой молекуле? Оказывается, да. Позволяет. И давайте формально напишем, что это за группа такая. Вот у нас мы можем ввести какие-то координаты в молекулы, координаты каждого атома. Вот у нас будет X1, Z1, Z1, Z2, Z2. Вот у каждого атома будет своя координатная система. Что произойдет, если мы проведем какое-то преобразование? Во-первых, атомы поменяются местами. Скажем, поворот вокруг оси С3. Проведем, у нас первый атом станет вторым, второй станет третьим, а третий станет первым. Они циклически переставятся. Да? Значит, будет обязательно вот в этой большой-большой матрице, которая состоит из всех координат, когда мы делаем преобразование, будет какая-то перестановка каких-то блоков между собой. Блок, соответствующий первому атому, переставится блоком, соответствующий второму атому. А во-вторых, еще будет поворот на какой-то угол, то есть будет какая-то матрица поворота 3 на 3. Вот в этих координатах X, Y, Z, они должны переставиться, еще должны системы повернуться при таком преобразовании. Поэтому группа, это будет какая-то подгруппа. Ну, если совсем строго известно, это серия, потому что мы писали С3, это вот группа чистых вращений, есть еще ортогональные преобразования, у которых без буквы С, у которых определитель не равен единице, а равен минус единице. У ортогональных матриц может быть либо один, либо минус один определитель. Вот. Если ее стереть, так это будет полное ортогональное преобразование, которое, кроме вращения, включает в себя еще и зеркальное отражение. Вот тогда наша группа будет произведена. Какой-то подгруппа этого произведения, поскольку она переставляет атом, и еще и в каждой системе координат описывает поворот. И вот нам надо, зная вот эту группу, для данной конкретной молекулы, ну, научиться по виду молекул, конечно, определять эту группу, понять, как нам поможет
Это группа с построением теории этой молекулы, с описанием этой молекулы. Ясно, что у молекул там много чего есть, есть колебания, вращения, есть электронные состояния. Но мы сегодня будем говорить только про колебательные. Вот, колебания молекулы. Ну ладно, давайте я начну. Давайте напишем энергию молекулы. Вот, после того, как мы ввели вот эти координаты каждого атома, еще интересно, откуда их отсчитывать. Давайте отсчитывать, как я нарисовал на этом примере, от положения равновесия. Тогда энергия молекулы равняется сумма, а то равняется единице. Это кинетическая энергия. Плюс потенциальная энергия. Сумма. Давайте все здесь разъясним, все обозначения. М это масса. Но мы так договорились, что Е равняется 1, 2, 3. Это первый атом. Поэтому N1 равно N2 равно N3. То есть вот если мы договорились, координаты все в таком порядке, у нас первые три координаты равны. Там, вторая, первая, вторая, третья. Четвертая, пятая, шестая тоже масса равна. Мы могли бы договориться так, как в некоторых книжках. Сначала все иксы напишем все атомы, потом все игреки, потом все z. Ну тогда там более хитрая будет зависимость, конечно. Но все равно будет три равных класса в каких-то местах. Теперь иксы плюс точка – это скорости. Иксы – это скорости, понятное дело, это кинетическая энергия. Теперь вот эти вот квадратичная форма, которая стоит здесь, это потенциальная энергия. Но мы считаем, что колебания линейные, то есть потенциальная энергия – это квадратичная форма от тех самых отклонений от положения равновесия. То есть dU под x и t равняется нулю в точке x равняется нулю, где x – это вот такой вектор x1, x2 и так далее, x3n. Сегодня будет единственное исключение, у нас всегда с начала года x1, x2 и так далее, xn. А вот сегодня будет до x3. Потому что это наша молекула в нашем пространстве трехмерном. Теперь v и g тогда равняется d2u под x и t под x g t. В точке x равняется нулю. То есть надо сначала продифференцировать, а потом подставить. Вот эти матрицы вторых производных, это и будет коэффициенты жесткости, обобщенные вот эти выжиты. Ну вот, если так, энергия так записана, то я уж не буду вас учить, как после этого написать уравнение движения. Ну, пишите функцию Лагранжа или функцию Гамильтона, вы знаете много способов. Поэтому я сразу напишу ответ. Уравнение движения. М и Т, Х и Т с двумя точками равняется минус сумма по К В и К Т, Х К Т. Ну вот это вот
второй закон Ньютона для итого грузика или итого атома. А здесь возвращающая сила, которая пропорциональна отклонению от положения равновесия, здесь со знаком минус, а это коэффициент жесткости. Молекула ничем не отличается просто от такой системы. Грузики и пружинки. Вот с такой же симметрией, такой макроскопической вполне игрушкой, и на ней будут ровно те же самые вот уравнения, все будет то же самое. Поэтому мы описываем только колебательные степени свободы, поэтому можно пользоваться совершенно классическими уравнениями. Ну, теперь дальше мы знаете, что такое. Дальше надо искать нормальные колебания. Надо искать нормальные колебания. Нормальные колебания, что такое, вы тоже учили, напомню, что это колебания, когда все грузики в системе колеблются с одной и той же частотой. То есть, когда у нас х-каты, х-иты равняется аиты на е в степени минус и омега-т. И сверху и снизу разные. Давайте подставим вот в таком виде уравнение движения, закон Ньютона, и знак минус получится там, где вторая производная стоит. Минус сократится, я его даже и писать не буду. И будет МИТ омега в квадрате АИТ равняется сумма по К В и КТ АКТ. Смотрите, если А – это вектор такой, вектор-столбец этих амплитуд, то справа стоит просто произведение матрицы, симметричной, кстати, матрицы этих обобщенных жесткостей пружинок, а слева стоит М омега в квадрате. Если бы не М, так это вообще была просто задача на собственное значение для этой матрицы. Давайте приведем к этому виду. Для этого один корень из М включим в амплитуду. Корень из М и АИТ обозначим за БИТ. Тогда вот сюда корень из М уйдет, а другой корень из М останется. Мы на него разделим. Омега в квадрате БИТ будет равняется сумма по К В и КТ. А здесь БКТ на корень из МИ МК. МК появился, потому что мы от амплитуд А к амплитудам Б перешли, который как раз корень из М раз. Написали А равняется Б делить на корень из М. А корень из МИТ появился, потому что мы здесь один корень сюда заняли, чтобы Б написать, а другой остался, мы на него разделили. И получился корень. И вот теперь вот это вот все вместе можно обозначить какую-то новую букву. Это матрица Б и К, элементы такие В и К разделить на корень из МИ к МК. Тогда смотрите, вот все хорошо. Теперь в точности у нас получилась задача на собственное значение для матрицы B. Как решать задачу на собственное значение для матрицы? Это симметричная матрица, все собственные значения действительно должны. Взять и решить характеристическое уравнение дет b и k t минус омега в квадрате дельта и к т равняется нулю. У этого уравнения будет, вы знаете, что 3n корней, значит, только будет и собственных частот. Ну, а дальше я не буду, наверное, уже писать. Можем записать теперь энергию в виде суммы по
в этих новых координатах, в нормальных колебаниях, через собственные векторы, тогда там особенно простое выражение, которое вы на механике не раз писали. Но про это выражение надо знать одно, что колебания могут получиться вырожденные. То есть одной собственной частоте может отвечать несколько собственных векторов. Пожалуйста, спрашивайте, если вопрос есть. Вырождение. Несколько собственных векторов, отвечающих одной собственной частоте. Давайте одному собственному значению совсем будет. Собственному значению, чтобы сокращения были понятны. Итак, одно собственное значение, несколько, такое подпространство. Вот размерность n-альфа. N-альфа – это кратность вырождения вот этой альфовой собственной частоты. Как найти эту кратность вырождения или как найти размерность этого подпространства? Как заранее узнать, что вот у нас какая-то такая заданная кратность вырождения? Я сразу напишу ответ, поскольку мы его уже знаем. А если у нас в этом подпространстве все омега в квадрате одинаковые, то матрица такая омега в квадрате умножить на единичную матрицу, заданная омега альфа в квадрате на единичную матрицу. То есть она называется скалярная такая матрица. Что такое скалярная? Это если все матрицы неприводимого представления коммутируют с нашей матрицей какой-то, то она тогда обязательно скалярная. Это у нас лемма Шура такая есть. Значит, чтобы определить эту альфу, надо просто узнать размерность соответствующей неприводимого представления. Давайте я напишу кратко это правило. Ну или в виде формулы n альфа равняется размерности d альфового от g. Вот попробуйте его запомнить и не путаться в этом месте, потому что всегда кто-нибудь допутается на экзамене. Вот надо посмотреть, какой размерности. Представляю, это и есть кратность вырождения, и все. Ничего сложного нет. Ну, можно, чтобы не запоминать, можно вспомнить лемму Шура. Не помните лемму Шура, запомните правила. Итак. Алгоритм такой. Нам надо построить представление вот размерности 3n. Вот на этих векторах размера 3n, векторах столбца, таких амплитуд. Потом это представление надо разложить на неприводимые. А потом посмотреть, какие получились размерности. Это и есть кратность. Вот и все. Вот и все. Ну, конечно, там на каждом этапе свои могут быть трудности. Может быть, там трудно найти таблицу неприводимых представлений для данной группы, например, еще что-нибудь. Или... Но вот как, с точки зрения решения, значит, вот шаги очень простые. Построить исходное, разложить на неприводимые. Ну, давайте посмотрим, как строить исходное представление.
это D от G, размерность которого равняется 3N. Это число атомов, как всегда. Вот такое надо, какое-то такое представление построить. Группа у нас точечная. Поэтому мы на первой лекции говорили, что в этой группе не очень-то много различных преобразований есть. Это группа таких преобразований, которые одну точку оставляют на месте. Это либо повороты, либо отражение в зеркальных плоскостях, перпендикулярных оси или проходящих, либо еще вариант зеркальный поворот экзотика. И все. На этом все и заканчивается. Поэтому если мы узнаем, как писать для этих вот, элементарных, для трех преобразований, то мы вообще... Все напишем, хоть там тетраэдра группа, хоть додекаэдра, хоть какая. Потому что там тоже, хоть она сложная, там 60 элементов, но все равно там только оси какого-то там пятого порядка, третьего порядка, второго. В общем, ничего такого, другого там ничего не может быть, кроме того, что мы знаем. Осей, зеркальных плоскостей, все. Поэтому... Давайте считать характер исходного представления. Вот. Ну, начнем. Всегда надо начинать с самого простого, потому что тогда уже будет какой-то... Решили простую задачу, уже будет вдохновение, чтобы решать следующую более сложную. Вот, какую-то простую, но уже решили. Поэтому я напишу сразу ответ. Характер единичного представления, единичного преобразования равен 3n в этом представлении. Смотрите, вы уже часть задачи решили. Вот, теперь перейдем к повороту. R от тета поворот. Можно это не писать, потому что мы всегда за R обозначаем поворот. Какая матрица поворота? Ну, опять матрица 3n на 3n, она большая, я ее всю писать не буду. Вот мы как-то переставили атом между собой, внутри этого одного подпространства, скажем, x1, y1, z1. Вот, или вот такая матрица 3 на 3, которая поворот описывает. А R соответствует такой матрице. Косинус тета минус синус тета. Синус тета, косинус тета. 0, 0, 1, 0, 0. Это поворот на угол тета вокруг оси Z. Давайте мы ее обозначим. А плюс от R. Это матрица поворота, но вот там только в одном. Конечно же, у нас всего... Будет таких матриц довольно много, но некоторые из них будут переставлены, и в большую матрицу на главную диагональ они не попадут. Они уйдут с главной диагонали. Вот, скажем, мы повернули метан вокруг оси третьего порядка. 1, 2, 3 вот эти вот грузики, они поменялись циклическими местами и ушли с главной диагонали. А вот верхний водород и углерод, они остались на месте, они остались на главной диагонали. И только эти два атома несут вклад. Да. Ну, если поворачивать в положительном направлении x, y, то мы видим, что там x уменьшается, там, значит, минус вот где вот у меня стоит, там и надо. Ну, у нас бы ничего, если бы мы неправильно написали, в этом случае бы не было ошибки, что у нас след, в конце концов, интересует. Но все равно лучше писать все правильно, а вдруг там в другой задаче вы отлистаете назад, увидите матрицу, а там другая задача уже, и там важно, какой знак. В письменном варианте лекции у меня есть все чертежи прямо из школьного учебника геометрии. Вот там все АБ, отрезки, и все написано, как знаки эти улицы. Значит, хи от R равняется NP на 2 косинус тета плюс 1, где NP, N, не P, извините, NA, нет, NA, NA, число атомов на оси.
Итак, если у нас есть ось какая-то, какого-то n-того порядка, угол, вы знаете, какой 2π на n это? Повернули, вот такой будет характер. Вот вклад несут только те атомы, которые на оси, то есть они, которые не изменились. А у них от каждого будет единица плюс 2 косинус тета. Все, у нас вторая формула есть. Давайте напишем А плюс от сигма. Итак, что такое отражение? Ну, давайте напишем такой случай, когда у нас вот x, y, z. Ну, вот у нас, вот она зеркальная плоскость сигма и плоскость x, y. Тогда ось z меняет свой знак. Будет 1, 1, минус 1. А остальные нули. И тогда в этой маленькой матрице след будет равен единице, а в полной матрице единицу будет давать каждый атом, который при отражении не ушел со своего места, остался на своем месте. Сколько таких? Ну, столько, сколько их лежит в плоскости отражения. Хи от сигма равняется np числу атомов плоскости. Число атомов плоскости. Ну, понятно, да, тут по той же причине, как и с вращениями. Мы уже две формулы получили. Теперь давайте третью. А, три уже формулы. Осталось четвертую. Зеркальный поворот. Зеркальный поворот. S. У нас А плюс от С равняется. Что мы должны сделать? Мы должны повернуться на угол тета, а потом отразить систему в плоскости, которая перпендикулярна оси. Если у нас ось проходит через ось Z, ось вращения, то матрица будет такая. Косинус тета минус синус тета. Синус тета, косинус тета. 0, 0, а здесь будет минус 1 стоять. Ну и тогда получается, что хи от s равняется ns на 2 косинус тета минус 1. То есть 2 косинус тета минус 1 от каждого атома, а всего атомов ns. Что это за число атомов такое? Это те атомы, которые при зеркальном повороте не уходят со своего места. Они должны лежать одновременно и на оси, и в плоскости. Потому что мы сначала повернули, а потом еще отразили в плоскости. Вот что такое зеркальный поворот. Поэтому ns, число атомов, на пересечении оси и зеркальной плоскости. То есть только те, которые на пересечении, они останутся на месте, внесут вклад. А те, которые там не лежат, а что такое? Может ли быть там 5 атомов на пересечении? Нет, это одна точка. Там может быть либо один атом, либо ноль. Ну, давайте я так напишу. Вот. Принадлежат множеству. 0 и 1 гороскоп. Ну, тогда совсем понятно. Все. Мы написали 4 формулы, и только вот их и надо знать. И мы для любой молекулы с вами посчитаем характер исходного представления. А потом дальше уже дело техники. Где-то разыскать таблицу неприводимых характеров. Я говорил, что для каких-то очень сложных групп это сложная задача построить, но для тех, которые
бывают в кристаллах там, или в молекулах, они все давно построены. И вот в любой книжке есть там Ладау и Лившица, например. Кроме одной молекулы почему-то нету группы Икосаэдра в Ландау. Там написано, что такие молекулы практически не встречаются. На самом деле встречаются, бывает. У меня в лекциях напечатанных есть. Все хорошо, только есть один недостаток у этих формул. Кроме колебаний, мы заодно захватили движение молекулы как целого. Молекула – это такое маленькое, но твердое тело. Она может двигаться, она может вращаться как целое. И у нее есть 6 лишних степеней свободы, 3 вращения и 3 движения молекулы как целого. Поэтому давайте начнем. Третий пункт, который называется колебательное представление. Ну или по-научному осцилляторное. Я буду буквой О обозначать это представление. Д, О, от Ж. Это представление, в котором нету таких движений молекул Касселова, или, другими словами, только настоящие колебания, у которых не нулю частота равна. Ну, мы знаем, что нам надо как-то 6 степеней свободы убрать. Может быть, так вот просто уж в виде матрицы там это трудно себе представить, потому что надо там переортогонализовать, там переходить в какой-то специальный базис. Вот, но что на 6 степеней свободы будет меньше, это мы точно знаем. Поэтому мы сразу напишем хи-осцилляторное от единицы, которой есть 3n минус 6. Те, кто химфизикой занимается, знают, что это есть исключение. Есть молекулы, у которых все 3 атома расположены, ну или 2 атома, расположены на одной прямой. Они называются молекулы типа ротатора. Вот такой молекулы, вращение вокруг этой вот общей оси, вот этой вот прямой, ну, не рассматривается, чему там равен момент инерции, если это бесконечно тонкая прямая, ну, нулю равен. Поэтому там 3n минус 5, а не минус 6 будет для тех, для ротаторов. Но нам ротаторы не попадутся. Поэтому я напишу, смело написал, что 3n минус 6. Теперь что делать с вращением? Давайте немножко более абстрактно мыслить. Вместо отдельных атомов будем рассматривать вот другой. Движение отдельного атома – это x, y, z – такой вектор. Вот. И вот, эта матрица А плюс написана для произвольного вектора. А как будет выглядеть матрица А для псевдовектора? Нам надо в чем смысл псевдовектора? Это тот вектор, который при инверсии не меняет знак. Вы, наверное, помните, а может и не помните, может, я вам первый расскажу, что вот определение истинного вектора и псевдовектора там, или тензора зависит от его ранга. Псевдоскаляр – это тот, который меняет знак при инверсии. А истинный скаляр не меняет. А псевдовектор, наоборот, настоящий вектор меняет, а псевдовектор не меняет. То есть минус единица в степени L, где L ранг. Вот так определение само зависит от четности ранга этого самого тензора. Поэтому ну, надо запомнить, что скаляр настоящий, конечно, ничего не меняется, да? А псевдоскаляр у него меняется. Ну, а у вектора, наоборот, тензора второго ранга опять снова как у скаляра определение. Поэтому псевдовектор, он должен менять знак при инверсии. А что такое инверсия? Инверсия – это
Вот что такое. Минус один, минус один. Вот в таком виде все знают, что такое инверсия. Ну или можно написать, что это произведение двух матриц. Минус один, минус один, один. И один, один, минус один. Первая матрица есть просто поворот на π. А вторая матрица, это мы знаем, что это просто отражение. Итак, инверсия сводится к повороту на π и отражению в зеркальной плоскости. То есть, вот мы на π повернули, тогда оси x и y сменили знаки. А еще z отразили, тогда z сменил знаки. Вот и инверсия получилась. Теперь смотрите, вот как нам эту, к этой матрице применить эту самую инверсию. Ну, надо поменять знаки на диагональ, значит, вот на эту матрицу умножить, так сказать, ну, у всех этих поменять знаки. И тогда у нас а минус. Вот r будет равняться минус косинус тета, синус тета, минус синус тета, минус косинус тета, минус единица. Ну и, соответственно, мы можем теперь для псевдовектора написать все остальное. Можно написать а минус от сигма. Это будет минус один, минус один, один. Остальные нули. Ну, а тест я даже писать не буду. Что? Давайте я ее прочитаю. Она точно такая же, как эта, а плюс. Но все знаки я сменил. Умножил на минус один, минус один, минус один. Эта матрица, вот, которая здесь была инверсией, полученная из единичной смены знаков. Значит, она у всего, что, на что действует, будет менять знаки. В первой строке сменить знак, первую строку сменит знак. Второй сменили знак, вторую строку. Третью, все знаки просто поменял, чтобы была инверсия. Вот эти матрицы я написал, теперь этого достаточно, чтобы написать формулы оставшиеся. Итак, что будет для поворота? Мы знаем, что... Вот мы специально здесь вот, букву S стер в полной группе, где есть всякие инверсии, отражения. В общем, полная настоящая группа. Есть настоящий поворот и не настоящие повороты, а отражения. Зеркальные повороты. Или они называют собственные и несобственные повороты. Вот относительно обычных поворотов все ведет себя совершенно одинаково. То есть, что вектор, что псевдовектор, мы с помощью поворота не отличим их друг от друга. А вот с помощью отражения зеркального или с помощью инверсии, мы сразу увидим, где какой вектор. Поэтому вот этот вот характер поворота не изменится. Хи от r будет равняться n а на 2 косинус тета плюс 1. Вот одна формула. А вот. Так. Единственное, что здесь О пропустим. Вот. Эта формула. Так. Нет, еще не все. Вот 2 косинус тета плюс 1 будет ровно точно то же самое. Потому что они вот этим ничем. А вот не будет теперь. То есть вот эти два вектора мы должны вычесть из числа атомов на оси. Вот смотрите, здесь надо вычесть двойку. Вот. Она там минус два этих самых вектора, псевдовектора, они совершенно одинаковые. От каждого по 2 косинус тета плюс 1 тут добавится. И вот получится формула, которая отличается от той формулы тем, что здесь надо двоечку вычесть. А те формулы, которые у нас для зеркального поворота и отражения, они вообще не изменятся, потому что мы должны добавить
вычесть вектор и псевдовектор, они, соответственно, с противоположными знаками и сократятся, потому что в тех операциях, которые, где не поворот, а вот типа обязательно имеется отражение, у них они ведут себя по-разному, векторы, псевдовекторы, и вообще в этих формулах ничего не меняется. Хи осцилляторная от сигма равняется НП, а хи осцилляторная от С равняется НС на 2 косинус тета минус 1. А это тоже в рамочку. И перерыв. Мы вывели формулы для характера на всяких разных преобразованиях точной группы. Это полная система формул. Ее хватает, чтобы посчитать кратность вырождения колебаний любой молекулы. Давайте рассмотрим примеры. Пример первый. Давайте рассмотрим такую систему трех грузиков и трех пружинок. Одинаковых грузиков и одинаковых пружинок – это озон. Ну, я ошибся. Мы хотим, я специально взял молекулу, где очень мало атомов, всего три. И группа тоже довольно простая. Видите, здесь есть три оси второго порядка. И на нас смотрит ось С3. То есть у нас D3 группа, которую мы знаем, таблицу характеров. И можем теперь все для этой молекулы посчитать. Но мы не будем считать по формулам. А я специально взял простую молекулу, чтобы явно выписать все матрицы. Давайте введем координаты. Х1, Y1, и на нас смотрит Z1. Х2, Y2, и на нас смотрит Z2. Х3, Y3, и на нас смотрит Z3. Я мелко написал, но вы сами у себя напишите X, Y, Z, так что, наверное. Теперь давайте единичную матрицу напишем, что единичное преобразование D от единицы. То есть в исходном представлении, что отвечает единичному преобразованию группы. Ну, давайте структурно мыслить. Сначала структуру этой матрицы напишем. Это должно быть... Мы договорились писать координаты исходного представления в таком порядке. Х1, Y1, Z1. Х2, Y2, Z2. Х3, Y3, Z3. Вот в таком порядке договорились. Поэтому у нас должно быть, матрица должна быть разбита 3 на 3 на клетки. Каждая клетка отвечает одному атому. А внутри клетки должно быть X, Y, Z. В таком порядке будет все. Поэтому давайте нарисуем структуру этой матрицы. Вот она такая. Она состоит из клеток. Вот клетки, которые по диагонали, это единичные матрицы. А все остальные нули просто. Ну, можно было просто написать единичную матрицу 9 на 9, но мне очень хотелось подчеркнуть, что структура такая есть, потому что в следующей матрице нам эта структура очень даже пригодится. Давайте явно выпишем матрицу поворота на 120 градусов. D от R равняется. Опять ее разделим на клеточки. Что произошло? Вот эти клетки как-то переставились. Как? Если мы операцию R применили, поворот на 120, то между клетками произошла циклическая перестановка. Давайте я эту большую строчку первую поставлю в конец, а остальные приподнимутся. Вот я бы вот так вот нарисовал. А здесь, соответственно, это была первая в конец, это была вторая, а это была третья. Вот там, где я
подкрасил, там что-то стоит хотя бы. Все остальное нулевые матрицы. Давайте я там, где ничего нет, нули поставлю. А где что-то есть, я поставлю матрицу R большую. А ее отдельно выпишу. R большой, это тоже матрица 3 на 3. И это будет минус 1 вторая. Минус 1 вторая. Минус корень из 3 пополам. Корень из 3 пополам. А здесь единица. 0, 0, 0, 0. То есть внутри этой системы координат x1, y1, z1 произошел поворот. Поворот произошел на 120 градусов, поэтому я написал косинус и синус, а ось z не изменилась, мы вокруг нее вращаем. Ось c3 проходит через ось z. И последнее осталось от P написать, D от P. Это опять клеточная такая блочная матрица. Но мы, как договорились, например, третья на месте остается, вот я так сереньким зачеркну, а эти переставляются местами. Вот здесь это, здесь это. Это вот перестановки, это вот группа PN. А теперь группа вращений. Это то, что я в самом начале писал. Видите, там написано подгруппа вот этого прямого произведения. Нули опять проставлю. И давайте напишем эту матрицу. А здесь напишем P большое. А матрица P большое – это вот такая матрица. Опять же, матрица 3 на 3. Что происходит при вращении вокруг оси, ну вот вокруг оси второго порядка, скажем, той, которая вверх торчит. У нас y остается на месте, x меняется на минус x, z на минус z. Минус 1, 1, минус 1. Ну, поворот на 180 градусов должен быть минус 1, минус 1. Вокруг оси y, что мы поворачиваем. Как раз вот то, что я вам писал, минус 1, минус 1, матрица 2 на 2. Это поворот на π. А в четномерном пространстве отражение сводится к повороту, а в нечетномерном не сводится. Кому как повезло с пространством. И смотрите, вот такая матрица стоит. Все, мы сделали больше, чем нам надо. Нам надо для примера хоть просто хотя бы характер посчитать, а мы более того матрицы выписали. Но зато теперь мы видим, представляем, как оно все проистекает. То есть матрица для молекулы метана будет огромная. У вас, может быть, там бумаги не хватит ее всю выписать. Но это еще хорошо в исходном представлении. Если мы хотим в колебательной перейти, надо еще ее покрутить, перейти в новые координаты, нормально, которые ортогональны нулевым модом движения молекулы как целую и вращению молекулы как целого. Это практически невозможно. А след написать можно. Ну, давайте это самое. Пример. Ну, пример 2. NH3. Аммиак. Вот у нас N. А вот у нас 3 водорода. Ну, можно их тоже одинаковыми пружинками соединить. Можно так нарисовать, как в химии рисуют. Вот нам надо найти кратность вырождения нормальных колебаний. Какие здесь есть преобразования симметрии у этой молекулы? Во-первых, есть ось третьего порядка, c3, которая циклически переставляет атомы водорода между собой. А во-вторых, есть зеркальная плоскость. Ну, давайте вот через вот так вот проведем ее. Сигма В. Что-то я как-то плохо ее провел. Ну, неважно, как-то так. Через она через ось третьего порядка проходит и через один из атомов водорода. Вот. Ну и, соответственно, она здесь вот ровно посредине. И
если в ней отразить, то водороды поменяются местами, а два водорода и углерод на месте останутся. Вот такая еще есть ось. Поэтому группа G равняется C3V. Мы помним, что она такая же, как D3, изоморфная ей. И поэтому у нее таблица характеров вот такая. 2 минус 1, 0. Мы с вами эту таблицу уже выводили. Я ее просто на память приведу. Да уже и вы ее, думаю, помните. 1, 1, 1, 1, 1, минус 1, 2, минус 1, 0. Исходное представление. Считаем вектор. Характер в исходном представлении. Всего атомов у нас 1, 2, 3, 4. 4 атома. 3n, 12. По первой формуле в первую клеточку пишем 12. По второй формуле, там, где поворот на 120 градусов. Там стоит 2 косинус тета плюс 1. Косинус 120 многие уже помнят. Минус 1 вторая. Поэтому единица плюс 2 косинус тета – это 0. В эту клеточку просто пишем 0. Последняя клеточка – это сигма. Это отражение. Ну, мы знаем, что для того, чтобы посчитать характер отражения, надо просто узнать, сколько атомов в зеркальной плоскости. У нас 2 атома водорода. Ой, извините. У нас N, 2 всего атома. О, почему я неправильно нарисовал? Что я не донизу нарисовал. Надо было так нарисовать. Вот. Всего 2 атома в плоскости. N и H. 1N, 1H. Вот. Вот характер исходного представления. Теперь осталось коэффициенты посчитать. K1 равняется 1/6. 12 на 1. То есть просто эту строчку на каждую умножаем. 12 плюс 6. К2 равняется 1/6, но 12 минус 6 равняется единице. К3 равняется 1/6 на 24, равняется 4. DG равняется 3D1 плюс D2 плюс 4D3. Здесь впереди стоят коэффициенты. То, что они получились целочисленными, не доказывает, что правильно. Но свидетельствует о том, что, наверное, грубых ошибок нет. Если вы начинаете задание делать, у многих с первого раза всегда получаются нецелые коэффициенты. Это должно насторожить. Да. Вот, давайте напишу. Это 1. Это R, это сигма. Ну, это класс. Здесь вес 2, здесь вес 3. Поэтому я, когда вот умножаю, здесь вот, видите, 6, я напишу, у меня 2 на 1, это 2. А еще на 3 умножаю, потому что вес у этого класса тройка. Там 3 элемента в этом классе. Это отражение в 3 плоскостях, которые через каждый из водородов проходят, и вот все 3 туда входят элемента. Вот такой у нас получился ответ. А если вас попросят словами, вот в этом самое трудное всегда, начинают люди то смотрят на этот коэффициент, то на этот индекс. И неправильно отвечают. Какая же кратность вырождения этих движений? Вот это вот D1 одномерное представление, поэтому 3 раза однократное или невырожденное колебание. Еще раз, еще одно невырожденное, другое, антисимметричное. И 4 двукратно вырожденных. Но это, правда, не колебания. Среди них есть и просто движение молекулы как целого. Поэтому давайте еще эту же задачу для этот же пример выполним. Вот в осцилляторном представлении. КП.
Тогда у нас для единичного элемента группы нам надо взять 3n минус 6. 12 минус 6, 6. Для поворота на 120 градусов там стоит nA минус 2 в формуле. Но единица плюс 2 косинус тета остается, и для 120 градусов все равно будет 0. Как ни крути. Осталось для отражения. Но для отражения формула не изменилась, поэтому и число не изменилось. 2. Вот интересно, числа другие. Может, у нас перестанут целые получаться. Проверим. К1 равняется 1 шестая. Опять мы эту строчку на каждую умножаем. 6 на 1 плюс 2 на 3, потому что трехкратная двоечка будет. К2 равняется 1 шестая. 6 минус 6, это будет 0. А К3 будет 1 шестая. Ух. 6 на 2, 12. Будет тоже 2. ДЖ равняется 2Д1 плюс 2Д3Д. Если спросят, а какая же все-таки кратность вырождения? Два однократных или невырожденных колебания и два двукратных. Потому что D3 – это двумерное представление. Не надо смотреть сюда. Это не то, это не кратность вырождения. Это сколько раз входит. И сюда уж тем более. Это вообще неизвестно, что это индекс, который мы там как-то пронумеровали для удобства. Это вот то самое альфа, которое в N-альфа в теории входит. Вот. Смотрите, какие у нас коэффициенты получились здесь. 2 и 2. То в той предыдущем примере 3, 1, 4. Давайте еще для О3 сделаем. Сразу же сделаем в колебательном представлении. Итак, О3 – это 3 атома. Вот ты самый первый, что я рисовал. 3 атома в кружочек расположились на равных расстояниях друг от друга по кругу. Значит, у нас всего 3. А 3жды 3. 9 минус 6 – 3. Для поворота на 120 всегда 0. Сколько бы атомов не было на оси, просто из-за косинуса, который мы уже запомнили. И там еще есть поворот на вращение на 180 градусов. Вращение на 180 – это минус 1, минус 1, 1. Это минус 1. Ну, давайте посмотрим. На этой оси один атом находится. Минус 2 – минус 1 на минус 1. Фи осцилляторно от R от Пи равняется 1 минус 2 на 2 косинус Пи плюс 1. Я по формуле считаю. 1 минус 2 – это минус 1. Косинус Пи – это тоже минус 1. Значит, будет еще 1 минус 1. Получится 1. Умножаем теперь, считаем коэффициенты. К1 равняется 1 шестая от 3 на 1 плюс 3 на 1 равняется 1. К2 равняется 1 шестая 3 минус 3 и равняется 0. И К3 равняется 1 шестая на 6 равняется 1. D осцилляторная от G равняется D1 плюс D3. Здесь однократное и двукратное вырождение. И здесь, в этом простейшем случае, мы даже знаем, что это за
колебания такие. Да. Ну, вот, скажем, этот один атом верхний на месте стоит, а два других, два нижних навстречу. Ну и такое еще одно есть, да, это вот двукратно вырожденное, потому что два разных колебания с одной и той же частотой. Это просто вы 15 раз решали такую задачу, ответ знаете наизусть. Вот. Но здесь, смотрите, каждое представление всего один раз вошло. Представление называется просто приводимым. Если все к альфа равны нулю или единице, давайте я так напишу, чтобы красиво было, как множество принадлежат. Либо ноль, либо один. То есть нету никаких как два раза, три раза, ничего ни в коем. Все, ну, либо ноль раз, либо один раз ходит. Если представление оказывается какое-нибудь исходное или колебательное, неважно, осцилляторное, оказывается просто приводимым, то можно продвинуться гораздо дальше. И не только найти кратности вырождения, но и сами частоты и собственные векторы, то есть нормальные колебания. Вот. То есть вот опять вернемся к началу. Мы искали у матрицы B собственные значения. Можно ли найти сами собственные, ну или хотя бы собственные векторы? Если собственные векторы есть, то мы потом матрицу умножим на этот вектор, собственные значения всегда найдем. Это уже не проблема. Хотя бы собственные векторы. Проектор на неприводимое представление. Вот такой у нас будет пункт. И проектор на неприводимое представление. Ну, если совсем строго, на подпространство неприводимого представления. Проектор на подпространство неприводимое представление дается такой формулой. P альфа равняется N альфа на G, сумма по группе хи, сопряженная от G, D от G. Можно было, конечно, там вот на прошлой лекции это пятым свойством неприводимых представлений поставить. Так, хи альфовая. Но там, ну, это все-таки что-то более сложное, я оставил для приложений. Вот в приложениях уже ясно, для чего нужна эта формула. Давайте эту формулу попробуем доказать, вывести, пользуясь просто соотношением ортогональности неприводимых представлений. Я его напомню. Сумма по всей группе D альфовая, сопряженная от G и G T, D беттовая, не сопряженная, К Л Т, есть G на N альфа, дельта альфа бета, дельта И К, дельта G L. Это мы уже писали две лекции подряд и третий раз напишем. Красивая формула, что же несколько раз не написать, что ли? Давайте мы формулу для альфа начнем продолжать. P альфа равняется N альфа на G, сумма по всей группе. Давайте хи альфа прямо так и напишем, что это d альфовая кк. А здесь p альфовая, давайте индекс сверху напишем, напишем и g. И g это элемент, матричный элемент этой матрицы. Тогда здесь будет d альфовая сопряженная от g. А вот это вот d от g будет не сопряженная. И будет и g как раз. А d от g разложим прямую сумму неприводимых представлений.
Это прямая сумма по бета, d бета v от g. А здесь и g надо написать. Потому что мы вот и житый элемент рассматриваем из этой матрицы. Ну, прямую сумму и обычную сумму, конечно, можно переставлять. Какая разница, в каком порядке. Клеточки эти в матрице пересчитывать сначала или сначала по всем элементам группы эти матрицы суммировать. Все равно первая клеточка останется в любом элементе первой. Равняется. N альфа на G. Сумма по бета. Сумма по всей группе. D альфовая сопряженная от G какатая. D и житая. Бета V от G. Ну, теперь мы воспользуемся соотношением ортогональности неприводимых характеров. Вот это вот оставим. Прямую сумму оставим. А вот для суммы по группе можно воспользоваться соотношением ортогональности. То есть это будет g делить на n бета. Дельта альфа-бета. Надо взять такую дельта-символ, у которого стоят первый символ из этой матрицы и первый из этой. К, И. А теперь второй из этой и второй из этой. То есть это улица и номер дома. Номер строки и номер столбца. Они должны в точности и то, и другое совпасть, чтобы там... перепутать их можно было. Теперь смотрите. Благодаря дельта-символу альфа-бета, n-альфа надо взять равное n-бета и тоже сократить. Порядок группы как бы сам сократился, это сократится, если вспомнить, что у нас стоит дельта-символ, и всей суммы остается только одно слагаемое с альфа равным бета. И сокращается все, и суммы никакой нету. И остается всего-то дельта-КИ на дельта-КЖ. Или одна дельта. Дельта и G. Если мы в подпространстве неприводимого представления и ноль, если вне его. То есть, если мы в подпространстве не примем представление, у нас дельта и G получается. Такая единичная матрица. Что такое дельта и G? Если элемент матрицы дельта и G, то это на диагонали стоят единички, остальные нули. Пока мы в подпространстве не примем, у нас получается... Это что? Это мы в некотором базисе, значит, вот у нас такая матрица. Сколько-то единиц, n альфа штук, а остальные нули на диагонали, а остальные все нули. Вот такая у нас. Конечно, это проектор. У проектора какое свойство? Он в квадрате дает, дает себя же самого. Дальше второй раз уже спроектировать невозможно. Если он спроектировал, то уже все, больше уже ничего не изменит. Сколько раз потом не проектирую, так и останется все. Поэтому, да, конечно, такая матрица, у которой на диагонали только единицы и нули, это всегда матрица проектирования, оператор проектирования. Мы доказали, что это проектор. Вот. Ну и теперь давайте какой-то пример рассмотрим. Ну, у нас вообще есть уже пример. Вот он. Вот последний пример, который мы рассмотрели, с молекулой озона с симметрией треугольника 3,0,1. Вот у нас тут как раз представление просто приводимо. И можно построить проектор на подпространство единичного представления. P1 равняется... n альфа делить на порядок группы. Одномерное представление единичное. А порядок группы у нас 6, 1 шестая. Давайте вспомним пример из прошлой лекции, когда мы эту группу
треугольника реализовывали, переставляя строчки матрицы 3 на 3. Ну, можно здесь то же самое сделать. Вот и будем в таком виде. То не будем матрицы 9 на 9 проектор строить, а в среднем матрицы 3 на 3. У нас тогда D от единицы была матрица 1, 1, 1 такая. D от R у нас была матрица, которая была так 0, 0, 1. Я наверх переставлю, например. А D от P у нас была матрица такая 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Вот я такие матрицы возьму. Я напишу ответ в виде матрицы 3 на 3. Я не буду мне матрицу 9 на 9 писать. Мне места уже не хватит. Да и у вас. Давайте я вот эти матрицы все попытаюсь сложить. Теперь надо, смотрите, по этой формуле, хи вот у нас в этом представлении, это все сплошные единички. Все 6 хи равны единице. То есть надо все матрицы этого представления сложить. Я написал только 3, а всего 6 матриц в этом представлении. Есть еще матрица R в квадрате, которая такая же, но просто еще одна циклическая перестановка строк. И есть матрицы, вот это P, она, мы нижнюю ставили на месте, а первые две строчки переставили, транспозиция. Потом первую с третьей переставили, вторую с третьей переставили. Это вот три разных транспозиции. Это вот третий класс, это сигмы всякие, или вот P вот эти. Вот все, что здесь стоит, да? Итак, у меня всего 6 матриц. Три единицы в каждой. Давайте по-бухгалтерски посчитаем. Всего у нас 18 единиц. На какие места они будут попадать? Ну, мы уж очень там все так перемешали, что легко показать, что они будут попадать на все места равномерно. На 9 мест 18 единиц. Всего по 2 единицы на каждое. То есть будет 1 шестая, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Видно, что здесь за матрица написано? Нет, так повторю. Можно теперь сократить на 2, и будет 1 треть, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Эту матрицу, наверное, так и подмывает назвать единичной, но это неправильно. Надо говорить, матрица, состоящая из единиц. Нельзя говорить единичной, потому что это другое совсем. Давайте проверим, что это проектор. Возведем его в квадрат. Для этого надо 1, 1, 1 строку умножить на 1, 1, 1 столбец. Будет такая матрица 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. P1 в квадрате равняется 1, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Опять у нас одна тройка сократилась, и будет 1 треть на вот ту матрицу, которую неправильно было бы назвать единичной. То есть P в квадрате равно P, это таки проектор. И с помощью этого проектора мы теперь можем получить все собственные векторы. Давайте этим проектором подействуем на элемент базиса стандартного. На 1, 0, 0 получится 1, 1, 1. На там 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. На все действия будет получаться собственный вектор. А зная собственный вектор, мы потом, ну, правда, вот для того, чтобы собственный вектор 9-мерный получить, надо эти матрицы 9 на 9 выписать. Мне этого не хотелось сделать. Но сделать, в принципе, можно. А дальше, когда есть собственный вектор, можно получить собственное значение. Итак, теорема Вигнера. Я это только сформулирую. Не буду ее доказывать. Теорема Вигнера. Она гарантирует, что если представление просто приводимо, можно найти все собственные векторы и симметрии. Почему так? Как бы объясню, но доказывать строго не буду. Если у нас
Вот как в первых двух примерах, какое-то представление не один раз входит, а несколько раз. Там стоит коэффициент там, 3D1 плюс 4 раза D3, то проектор непонятно куда проектирует. Он в объединении 3D1 бы проектировал. А в какой из D1 он попадает, неизвестно. А если D1 всего один раз входит, то тогда мы знаем, куда мы попали после этого проектирования. И тогда мы сможем все найти. А так нам уравнений не хватит. Мы куда-то спроектировали, какой-то, собственно, куда попали, мы не знаем. Мы в объединении всех 3D1 или всех 4D3 попадаем после этого проектирования. Поэтому для того, чтобы мы могли найти из соображений симметрии больше, чем кратность вырождения, а еще и сами собственные векторы, нам надо, чтобы представление было просто приводимым. Ну, как повезет, это или выполняется, или не выполняется. А теперь несколько слов про сами точечные группы. Молекулярные спектроскопии их давно много изучали, и поэтому все молекулы разделили на молекулы низкой симметрии, средней или промежуточной симметрии, высокой симметрии. Вот какой-нибудь группа треугольника, это как раз промежуточная симметрия. А, скажем, какая-нибудь там молекула СО2, у нее низкая симметрия. У нее только ось есть второго порядка, и все, да, и больше ничего нет, и плоскость зеркальная. А, скажем, молекула метана, которая в задании, она уже молекула высокой симметрии. Чем отличаются эти молекулы друг от друга? Только одним. В молекулах низкой симметрии только одномерные неприводимые представления. В молекулах промежуточной симметрии появляются двумерные, как в группе треугольника. А когда появляются трехмерные и выше неприводимые представления, это тогда высокая симметрия. Но, впрочем, выше это бывает только вот в группе экосайдера, там еще больше, чем трехмерные. Это надо еще постараться, чтобы сумма квадратов соблюдалась, но были больше, чем трехмерные. И все, осталось одно замечание сделать, я закончу. А замечание такое. Мы все здорово поговорили про кратность вырождения, но эта кратность вырождения классическая. Видите, дело не в меле, это доска похуже была, это получше, видно все этим же мелом. Классическая кратность вырождения. Это значит, что в квантовой механике не такая будет кратность вырождения, как это не грузики и пружинки. Давайте не буду в общем случае формулировать, вы сразу поймете, как это обобщается. Возьму, пусть n альфа равно 3, вот как раз в высокой симметрии молекул появились трехмерные неприводимые представления. Пример. N альфа равно 3. Вот классическая кратность вырождения тройка. Какая будет квантовая механическая? В квантовой механике энергия такого осциллятора, у которого три одинаковые частоты, вот в этом подпространстве, энергия будет такая. H омега на N1 плюс N2 плюс N3 плюс 3 вторых. Давайте сумму вот этих... Это колебательные квантовые числа по трем степеням свободы, по трем тем координатам, у которых одинаковые частоты. Сумму вот эту обозначим за n. И кратность вырождения – это сколькими способами можно реализовать вот этот данный n большой, то есть данную энергию в квантовой механике. То есть эта задача чисто комбинаторная. Сколькими способами n большой можно разбить на сумму трех неотрицательных слагаемых, ну, трех натуральных чисел. Как решить такую задачу комбинаторную? Комбинаторика, она между школой и университетом и вообще нигде не проходит. Как бы там остается. Летом надо было ее учить. Вот. Поэтому я объясню, как, тем более, что это вам в статфизике пригодится. Вот мы взяли n шаров одинаковых и разложили в каком-то порядке. Сколькими способами можно разложить вот в ряд n шаров?
Ну, там, это число перестановок, это n факториал. Давайте теперь, кроме шаров, мы здесь еще, поскольку у нас на три кучки надо разбить, мы еще перегородки вводим. Давайте добавим к этим n шарам еще две перегородки. И поначалу вообще не будем их различать, будем называть предметами. У нас всего n плюс 2 предмета, значит, n плюс 2 способа есть расставить их в какой-то ряд. Но среди таких перестановок есть и одинаковые. Поскольку шары между собой неразличимы, то это надо обязательно разделить на n факториал, потому что если шары в этой постановке, которую можно переставить между собой, то ничего не изменится, никто не заметит, если мы переставили шары. Опять же, перегородки тоже между собой можно переставить, они тоже неразличимы. Единственное, что отличается шары от перегородок. Поэтому надо разделить на 2 факториала, и формула будет такая. n плюс 1 на n плюс 2 пополам. Не буду доказывать, что это целое число. Сами разберетесь. Но скажу, что это очень большая кратность вырождения. Во-первых, она, в отличие от классической тройки, она зависит от n. Если у нас трехкратное вырождение, так вот все зависит от числа колебательных квант. От n большое. И очень сильно зависит. При больших n зависит квадратично. Поэтому вы это обязательно увидите в эксперименте. У вас уровень, который был один, там вдруг расщепится на много-много-много компонент в спектре. На сегодня все.